воинская часть, 503-й полк, номер не знаю, короче. Собралось нас в опыте на учение, сказали, приехали на учение. Месяц побыли, сказали, ну, не говорили, что будем заезжать. 24, ну, 23-го нас собрали, укомплектовали, короче. И, типа, полк сформировали там. И заехали. 24-го ехали через Крым на границу. Заехали. Ну, мы поняли, что происходит. Да. Уже многие отказывались. Им по 13 лет тюрьмы дали. А мы дальше поехали. Люди отказывались, которые уже заехали в Украину? Да, заехали на Украину и отказывались, их забрали. Ну, я не знаю, их забрали, они вернулись или живые, я не знаю точно. Они уехали оттуда, сюда. Потом меня в другое место перекинули, Малиновку перекинули. Малиновку перекинули и оттуда уже, ну, с нами уже даже, как вам сказать, даже срочники с нами были. Не срочники, которые за неделю контракт подписали и сюда закинули. Ну, они тоже сюда приехали со мной. Потери много было. У нас 30 человек было. Кто хотел, сдался. Кто не хотел, что там, дай бог им. Земля им пухом. Как настроение в вашем подразделении? Воевать. Не. Половину вообще вот со мной, которые приехали, пацаны, которые половину отказались, половину сбежали, даже сбежавшие есть. Да. Какие-то действия предпринимали, чтобы отказаться от этого всего? Мы собрались один раз, ну, отказываться, бумажку сделали, и типа, ну, там старший приезжает, говорит, типа, чего там войны, ничего нету, типа, надо просто вперед проходить чисто и все. И так нам говорили, и все. А, не говорили, что такое будет там. Мне вчера видео показывали, как бабушка с дедушкой ехали на машине, и танк уезжает, чисто выстреливают машину. Почему так делать? Роддом, который обстреляли полностью. Я представил эту картину, у нас в Чечне такая картина была раньше. Ну как ты думаешь, с вами поступило ваше командование, ваше руководство в связи с вот этими событиями, что не сказали, куда вы едете? Да не, просто нечего сказать, что я скажу, просто они кинули нас. Люди-кидальщики, короче. Что им еще сказать? Если нормальная армия их не была бы, они нас хотя бы вытащили бы. И наши тела они унесли бы отсюда. Наши тела там на поле у вас лежат. Я не знаю, до каких пор они будут там лежать. Просто наши же нас обстреливали. Я хотя бы сдался, ни одного человека не убил. Я из автомата стрелять не знаю как.